Сегодня мы будем заниматься покраской. Предварительно мы подшкурим небольшие мелочи, сделаем подготовку и потом уже в последующем приступим к покраске. Красить мы будем с краской распылителя Дефорт. Краска у нас будет ойкос белая и будет серая краска. Будут два места, которые будем красить серой краской. Это будет у нас на кухне под подоконником и будет покраска у нас в прихожей. Что из этого получится, посмотрим далее. Вот как можем видеть, угол у нас шпаклеван. Здесь небольшие неровности были. Как я уже показывал, берем брусочек, все это дошлифовываем. Потом подгоняем обычной наждачечкой, уже без бруска. С обоих сторон. Ну, в общем, вот так вот у нас формируется уголочек, четкий, ровный, острый. Сейчас все это убираем пылесосом. И все. Также аналогично мы поступаем со всеми остальными углами, ничего сложного тут в этом нет. Углы у нас шпаклюются из-за того, что сами плинтуса запиливались под 45 градусов. А вот в этих местах у нас нет 45 градусов, потому что люди, которые делали стены, немножко ошиблись. И у них здесь, ну, в общем, не 45 градусов, а чуть поменьше. Так что вот так вот приходится немножко все это самому уже подгонять. Ну все, сейчас готовим наши плинтуса к покраске и начинаем красить. В общем, таким вот образом подготавливаю к покраске. Просто под плинтус засовываю малярную ленту, которая приклеивается таки гипсокартона. По итогу здесь еще будет подсовываться так вот бумага. Это у нас флизелин, остался целый рулон, ну, почти целый. В общем, вот так вот будет подсовываться флизелин. И все. Сверху у нас тут на стене цвет. Просто будем ставить так вот. Просто так вот будем ставить шпатель, чтобы на стену сильно не летело. И в принципе все. Вот у нас все это будет выглядеть. Так, ну, собственно говоря, вот красочка наша ойкос ультра сатен. Вот это белая краска. Это у нас серая краска для плинтусов. Вот написано для плинтусов. Серая. Значит, серая у нас будет вот на этих плинтусах на кухне. И серая у нас будет вот здесь, где плитка. По плитке будет покрашиваться серым. Это у нас прихожая. На кухне такая же серая плитка. По-моему, да, такая же серая. Так. Ну все. Сейчас заряжаем краску. И начинаем валить. Так, давайте проведем небольшое испытание на нашем импровизированном мольберте.
как она у нас брызгает. Вот если видно, сопло у нас такое стоит, горизонтальное. Вот такой пучок получается. Можно подкрутить, вот в этом месте будет подавать краски побольше. Ну вот сразу видите, да? Нам слишком много нам не надо. Нам достаточно вот так. Ну, собственно, давайте будем начинать. Все покрасил, эта стена плинтуса покрашены, здесь тоже все, здесь все покрашено, тут бумажку пока не убираю, оставлю до завтра, беру завтра, когда будет все сухое, здесь тоже все
покрашено. Та комната тоже все брызнуто. Вот здесь вот единственное, решил еще подмазать. Что-то мне тут не понравился стык. В общем, мазнул еще. Ну, это не беда. И эта комната детская. Тоже вся брызнута, все покрашено. Все отлично. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, вот таким образом я покрасил все плинтуса. Получилось достаточно быстро. То есть за день можно выполнять вообще колоссальные объемы. Краска замечательнейшая вообще. Просто краска, очень хорошая краска. Укрывает буквально на раз. То есть если, допустим, предварительно брызнуть стыки, все углы внутренние, наружные, стыки все, и потом пройтись все это на раз, сразу же еще закрыть, то, в принципе, достаточно одного раза, краска очень хорошая, укрывает быстро, сохнет быстро, в меру белая, очень хорошая краска. Так, это что касается краски. Что касается самих плинтусов, что мне не понравилось, то что достаточно тяжело с ними работать, в плане стыковок, запилов, пилятся достаточно плохо, если только брать ножовочку хорошую, остро заточенную, тогда да, все было замечательно тоже. Как показала практика, торцовкой вообще ни в коем случае их пилить не надо, потому что торцовка, ну сами видели в предыдущем видео, она просто оплавляет. А так, в принципе, плинтуса сами по себе замечательные, смотрятся достаточно хорошо. Сейчас еще поклеим обойки, потом у нас после обоев сделаем декоративку, и уже общий вид будет вообще замечательный, я думаю. На это тоже будет сделано отдельное видео, либо уже в самом конце, когда все закончим, сдадимся, либо где-то вот перед сдачей сделаем видео, как будет по времени получаться. На этом хочу сказать всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Кому было полезным, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.